Что вас беспокоит? Температура, кашель. Насморк. Температура повышалась до каких цифр? 37,2. Доктор Дмитрук ведет осмотр пациента. Татьяна Владимировна работает терапевтом в центральной больнице уже больше 10 лет. За это время специалист прошла путь от дежурного врача до заведующей приемного отделения. В новую должность она вступила на днях. Инициатором повышения стала ее наставник и экс-заведующая Надежда Александровна. Опытный врач отмечает, иметь такую ученицу – подарок судьбы. Она очень грамотный. Начитанный, очень современный специалист в медицине. Она еще достигнет очень многого. И надеюсь, что у нее это получится. И хочу сказать, что те пациенты, которые были в ее руках, им просто повезло. Ежедневно в приемное отделение обращаются около 100 человек с различными диагнозами – от простуды до переломов. Мимо проходят лишь экстренные пациенты, которых доставляют в реанимацию. Здесь на месте ставят диагноз, выписывают направление, накладывают швы и вправляют вывихи. Все зависит от состояния пациента. Но Татьяна Дмитрук уверена, быть грамотным специалистом мало. Для медика очень важно все-таки сострадать людям. Быть не только профессионалом своего дела, то есть, ну, допустим, если конкретно доктора брать, да, то есть он должен не только выполнять свою работу хорошо, он еще должен ее очень любить. И в первую очередь любим ведь мы не работу, а мы должны любить и сострадать людям. Сегодня в преддверии Дня медицинского работника зал Дворца искусств наполнился теми, от кого зависит здоровье и качество жизни людей. Это доктора и медсестры, фельдшеры и акушеры, санитары и лаборанты. В адрес специалистов, которые сопровождают человека от первого крика и до последнего вздоха, звучали поздравления от мэра города и главного врача центральной больницы. Всем медицинским работникам я желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональной самореализации. Пусть никогда вам не придется усомниться в выборе профессии, в той пользу, которую вы приносите людям каждые минуты своей работы. С праздником, дорогие друзья! Цветы почетной грамоты и слова благодарности за самоотверженный труд люди в белых халатах получили от руководства города. В их числе и доктор с большим сердцем Татьяна Дмитрук. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.